Старость — это отстой. Никто не слушает тебя, жизнь идет мимо. Я, наверное, умру от страха. Папа, подожди! Давай все-таки поговорим. Может быть, ты переедешь к нам? Не поеду, там мне не рады. Похоже, на этой неделе температура достигнет абсолютного максимума. Картинка не складывается. Роса всегда была рассудительной. Зачем ей кончать с собой? Таков закон жизни. Мы, старики, должны умирать, чтобы дать вам место. Верно? Понимаю, что это звучит как бред, но мы точно все знаем о твоем отце. Полиция сказала, что это самоубийство. Точка. В это трудно поверить, но я давно с ними разговариваю. С кем ты разговариваешь? С голосами. Сейчас я готов выполнить это. Выполнить что? Все, Лена. Хватит! С ним надо что-то делать! Ладно, возьмем его за шкирку и выгоним на улицу! Папа! Его надо запирать в комнате, пока не устроим сюда. Сама запирай. Просто вы никогда нас не слышали. А теперь уже слишком поздно. Бабушка? У меня тоже мамина фотка на тумбочке, где она молодая. И ты тоже говоришь с ней по ночам?